Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Всем привет. Сегодня срочно готовлюсь. Завтра приезжает рыбка. Вот, клею на скоряк аквариумы. Вчера то, что он тут приклеил, придется разобрать там. Его обратно заново собрать, прочистить. И вон тот, который приклеил, заливаю воды. Смотрю, протекает или нет. Придется завтра освободить несколько аквариумов. Вон тот крайний тернец я освобожу, наверное. Ну, где-то 5 аквариумов, думаю, будут готовы под рыбок. Едут две посылки. Одна с оборудованием и с кормами сухими. Другая с рыбой. Двух разных городов. Вот эти мальки Фуллерет Альбина я отсадил вот от второй линии, вот это от первой линии. Питаются, растут уже быстро. Потом завтра или послезавтра человек придет, когда он купит данюшек, ну не знаю в каком количестве, 300, 400, может 500. Ну тут, ну как вам сказать, 1000-2, наверное, 1500 точно есть. Так что ждите завтрашнего обзора. Всем спасибо и удачи!